Тяжело что-то говорить после таких игр, на самом деле. Игра у нас не получилась, что в первом тайме, что во втором. То, что наигрывали на тренировках впереди, ничего не получалось, взаимодействие. Сзади тоже не свойственно нам. За последние игры очень много ошибок допустили. И в целом команда сыграла ниже своих возможностей. И поэтому такой результат, надо его пережить, проанализировать и двигаться дальше. Что делать? Коллеги, задаем ваши вопросы. Мы только по игре, разумеется. Максим? Стрелков, Тимоков. Можете пояснить замену Яхайна Белоногу? Хотели перестроиться на 3-4-3? Нет, мы проигрывали 1-0, мы хотели усилить атаку и получили блок, так сказать. То, что задумали, не получилось. Следующий вопрос. Мы также играли, мы Перевича просто опустили на позицию Яхая и Диму Белоногу поставили нижним нападающим, так сказать. Максим, продолжаем. Мы уже отметили, что сегодня команда несвойственно для себя очень плохо сыграла сзади. Что все-таки было в центре защиты? Вы знаете, в обороне играет вся команда. Оборона начинается с нападения. И в целом команда на оборону сыграла очень слабо. Очень слабо. Это не только три защитника и опорные. Нападающие тоже не перекрывали тех игроков, о которых мы говорили на предматчевой установке и так далее. То есть в целом на оборону сыграли слабо. Следующий вопрос. Дима. Владимир Кузнецов, «Самарская правда», Беларусь. А как оцените физическое состояние? Показали, что как-то непривычно, ну, не те функции были. Да, сегодня физически тоже выглядели слабо, немного инертно выглядели, так сказать. Не было скорости, не было впереди, не было скорости, притяжения за спину, не было скоростных атак. Хотели все мяч получать в ноги, так сказать. И немного мы завязли в этой игре. С чем это связано? Трудно сказать. Трудно сказать. Мы готовились, и вроде бы на тренировках неплохо выглядела команда, но сегодня немножко удивила игра нашей команды. Надо проанализировать, посмотреть видео и сделать работу над ошибками, так сказать. Надо что-то менять, потому что такие игры тяжело смотреть, на самом деле. И как Сергей Витальевич отреагировал, что его сын так немножко подпортил настроение, забил мяч? Сергей Витальевич очень эмоционально отреагировал в раздевалке. Здесь не важно, сын его или кто-то другой, потому что Сергею Витальевичу не понравилась наша игра, и он большие претензии предъявил раздевалке на повышенных тонах, так что, но это останется у нас в раздевалке, что предъявлял, кому предъявлял и так далее.